Идем далее. В Кунгуре прошли троицкие гуляния. У древних славян этот праздник символизировал окончание весны и начало лета. А в православном календаре это второй по важности праздник, который отмечают на 50-й день после Пасхи. В Кунгуре в этот раз мероприятие прошло на новом месте. Если в прошлые годы кунгурики водили хороводы в Центральном парке, то в этот раз площадкой для праздника стал обновленный сквер машиностроителей. Несмотря на пасмурную ветреную погоду, многие пришли с детьми. Оно и понятно, ведь для детей культорганизаторы ДК подготовили увлекательные занятия. Мастер-класс по лепке из глины, роспись бумажных листочков от символичного дерева. Но пока детишки были заняты творчеством, взрослые наслаждались танцами, хороводами и русскими народными песнопениями. Дайте народы небеса, вам нет, мое, я невеста.